Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. А перед началом ролика хочу посвятить вам канал Евгений Булгарин. Это канал ZH07 сервера Amazing Roleplay. Он решил попробовать себя в Ютубе. Его на канале уже вышло первое видео. Всем советую посмотреть и поддержать его видео лайком. Также подписывайтесь на его канал. Ссылочка будет в описании. Всем приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на серии Amazing Roleplay, первый сервер. Муник здесь Кирилл Путбулови, не узнайте выйти, Муник перестраивается, кстати. И да, сегодня у нас будет помощь Рыжикам, в принципе. Спонсор сегодня у нас Фернандо Лисенко, большое ему спасибо, он дал мне 200 тысяч, и сегодня мы эти 200 тысяч раздадим. Думаю, сначала на грузчике. На грузчике сначала съездим, посмотрим, будем давать по 10 тысяч, думаю, как бы, ну, я думаю, нету таких людей, какие, знаете, вы работаете, вы приехали, 10 тысяч закинули. Повторяю, кто хочет быть спонсором, пишите мне в ВК, в игре, в принципе, в игре мой номер 66-33-0. Также есть второй аккаунт, 42-42-32, там номер. Или пишите мне в ВК, кто хочет быть спонсорами, там 100 тысяч, 200 тысяч. И вместе с вами, если вы захотите, вот с ним серию, как вот я, Фернандо Лисенко, мы вместе с ним едем помогать Рыжикам. Поэтому погнали, в принципе, сейчас на грузчики. Я не заставляю никого, пацаны, кто хочет, кому там не жалко денег, у кого есть лишние деньги, пишите мне, мы будем раздавать их Рыжикам. Так, вот здесь у нас Рыжики есть, давайте приедем, им денег дадим. Так, пай. 223, 10 тысяч. Давайте ему 10 тысяч дадим. 233, да, по-моему. Вот. Давайте, вот еще чувак. Он, кстати, у меня денег просил, этот чувак. 43. 10 тысяч. Что-то я путаюсь в цифрах, пацаны. Так, 43. Все. Он зайдет в игру, и он видит, у него денег побольше будет. Так, 292. 292. Все, тоже ему десяточку даем. В принципе, я думаю, это будет нормально. Все, садимся на мотоцикл. В принципе. Спасибо. Давайте такой скриншотик я сделаю. Помощь Рыжикам. Ну все, поехали. Кстати, у меня новый модпак стоит. Ну, новый бета-модпак стоит, поэтому... Ссылка будет, наверное, в описании, я оставлю. Хотя, можете найти, там видос я снимал, в принципе. Либо зайти в мою официальную группу, там тоже есть ссылка на модпак. Сейчас мы идем на ферму, потому что, я думаю, на ферме больше людей будет по-любому. Я даже удивлен, что здесь рыжики были. Ну, кстати, здесь на изи тоже зарабатывать на ручках. 10 ящиков, это 2000, поэтому можете также там работать. В принципе, чем больше вы будете, пацаны, спонсировать такие серии, чем чаще они будут выходить, и тем больше мы людей осчастливим, так сказать. Поэтому напоминаю, пишите мне либо в ВК, либо в игре, кто хочет там спонсировать, кого есть лишние деньги, либо кому не жалко. Я повторяюсь, никого не заставляю, просто кто хочет, тот поможет, и мы с вами снимем серию, если вы захотите. Либо вы просто дадите мне денег, я там скажу, что вот тот-то, дам мне денег, типа, и все. И раздам их. Все деньги уйдут именно на помощь Рыжикам. Я до последней копеечки просто дам все деньги Рыжикам, какие вы мне дадите, как спонсоры. Вообще, надо было с другого аккаунта заходить, с аккаунта Кирилл Красава. Ну ладно, уже с этого пораздаем бабки. Просто мне ему чувак на этот аккаунт написал, когда я был в игре, в Деморгане сидел. Да. И вот он мне, видите, он бабки раздает, и я. Как бы поэтому... Ох, тут люди Рыжиков, смотрите, вообще сколько. Вот сейчас будут вообще нормально раздавать бабосы. Только что-то лагает здесь, пиздец. Какой-то модпак на самом деле не оптимизированный. Так, вот, давайте, пай. 244, 10 тысяч. Так, вот одному дали. 163. 163. Банс. Чуваки на скутере багают. Я не буду их, конечно, сдавать, но так делать нельзя.
Так, пацаны, делать не надо. Так, где у нас тут еще чувак? 202. 202. Чпак, 10 тысяч. Какой-то дуди. Ух, какие лаги просто с этим отпаком. Это пиздец, надо будет старый ставить. 152, да? 152 там где-то бегал. Давайте чпук. Ему 10 тысяч, так. Тут еще какой-то чувак бегает, 255. 255. 255. Оп. Так, еще остается у нас 120 тысяч, какие нужно дать. Так, пошлите туда, наверное. Хотя, блин, по второму кругу тоже раздавать неохота. Вот, 196. Извиняюсь за лаги, пацаны, я не знаю, что за дичь просто. Чё он хочет от меня? 196, да, по-моему, была? Там чуха, 196. Давайте. Где она там бегала? 196-я, вот она. Так. Есть. Все, передал. Так, еще 110 тысяч нужно раздать. Давайте им раздадим денег. Такой скриншот сделаем. Так, пай. 140, кстати. 140. 138. 255. 239. Просто скриншот сделать надо. Вообще четенько. Так, 202, по-моему, мы ему не давали. Либо давали. 202, 152, 163, 152, 152, 375, ему точно давал я денег. 375, давайте еще ему дадим. Амир 138, по-моему, давали, 239. 239, еще надо 20 тысяч раздать. 255 и 132, по-моему. 152. Все. Все, мы им раздали. Сколько фермеров? Это да. Все, раздали мы, в принципе, деньги, пацаны. Вот так это все легко делается, блин. И реально приятно просто дарить людям. Бабосики, понимаете? Просто приятно. Да, вы скажете, что на этом аккаунте 12 миллионов, пацаны, но этот аккаунт не для раздачи денег. Не, мне то не жалко, в принципе, но я здесь коплю на бизнес, кто не знает. А вот на Кирилл Красава я там фармлю деньги с помощью. Бля, только же какая-то хуйня, пацаны, произошла. У меня музыка сама включилась. Я не знаю, откуда, как она включилась, я даже игру не сворачивал. На этом аккаунте, понимаете, я коплю на бизнес. А вот Кирилл Красава, я там фармлю бабки. С помощью Payday, в принципе, и потом их раздаю. Поэтому как-то так. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. She was from the outside, I was from the